Вот с таким вот аккумулятором обратился ко мне человек, спросил, как его зарядить. Инструкция на не нашем языке, что-то нарисовано, вроде бы интуитивно понятно, но все равно стрёмно, да? Вот, ну, в принципе, ничего сложного. Взяли вот эту емкость с электролитом, переворачиваем, устанавливаем на отверстие аккумулятора, делаем небольшое нажатие с таким усилием, чтобы прорезалась вот эта вот фольга, и потом начинаются эти такие бульбочки, электролит затекает в наш аккумулятор. И, собственно говоря, дожидаемся, пока полностью весь электролит зальется в аккумулятор. Вот и все. Не дергаемся, просто вставляем банки уверенным одним нажатием, и дальше эти банки делают все сами. Через полчаса закрываем крышку, все, ни капли не проливается. Пластиковая емкость просто ставится на аккумулятор, сверху легкий шлепок по контейнеру с электролитом, и все, гравитация все сделает сама. Обязательно после заливки выдержать полчаса и после этого зарядить. Поставить 10% ампераж от емкости аккумулятора и напряжение 12,4-12,5 вольт. И уже после этого можно ставить и заводить.